Без лоха жизнь плоха, да? Классное выражение. Короче, смотри, беру продукты в Окей. Тут супер скидки идут, супер мега гипер акции, скидки 60-70% на ножи крутые, на мясорубки, на всякую хуйню, кофемашины, тостер. Если соберешь вот эти наклейки. Короче, купил жратвы, ну, покушать. Дали наклейки, 3 штуки, 3. Ну, там надо брать, я не знаю, на сколько, на 1000 минимум или на 2. На 100 рублей себе купишь, не получишь наклейку. Смотри, прикол. Без лоха жизнь плоха. Вот, мясорубка, Витек. Типа стоит 5900, но собираешь 15 наклеек. Их недолго собирать, 15 наклеек. Купишь ее за 2900. Фишка в чем? Я посмотрел, сколько такая мясорубка стоит. В интернет-магазине. Просто в интернет-магазине. Не в этом Окее, где я соберу наклейки, дам им. Типа, я собрал, и они мне за 2900 ее дают. Она стоит, сука, 2400. Прикинь, пидорасы. А они ее впаривают за 2900. А типа мясорубка стоит 5900. Ты понимаешь, это равносильно, я скажу, булка хлеба, сука, стоит 80 рублей, собери пару наклеек, и ты у меня купишь за 35 рублей. Без лоха жизнь плоха. Ну, понимаешь? И вот этот Окей, вот эта компания, вот эта техника, они, прикинь, сколько бабок платят этому Окею. Во-первых, идет и реклама, и плюс технику там берут, и Окей зарабатывают. Люди же ведутся, а я не пойду в Монит, пойду в Окей, соберу наклейки. Я уверен, с ножами то же самое.